Камера села. Зато все сразу, а не по очереди. У меня был технический перерыв. 5% зарядилось. А подожди. Попытка номер миллион. Я запуталась. Зачем в ноут, если можно в юбку? Ну все, увидимся там. Все, по-моему, получилось неплохо, но мне уже справедливости ради немного надоело, поэтому надо заканчивать. Уже и так неплохо, и я хочу сейчас попробовать сделать фон, чтобы подчеркнуть выразительность картинки. Наверняка я об этом пожалею, я попробую. Всегда, когда рисую, у меня мысли о том, что я рисую плохо, я уже должна уметь рисовать хорошо. И вообще, если я рисую не шедеврально, как я вообще могу показывать то, что я рисую? Но тут же приходит другая мысль и обрывает, что типа все учатся, и ты же не берешься быть профессионалом и обучать людей какие-то там свои курсы, мастер-классы запускать, боже мой. Нет, я просто учусь рисовать,
мне это нравится, мне приятно. Ну и параллельно это можно снять, чтобы посмотрели другие люди, чтобы те, кто так же, как я, учится рисовать, понимали, что они не одиноки в своих где-то ошибках, где-то хороших моментах. Поэтому мне нравится, что я даю чувство общности или сама в нем просто участвую. В общем, нравится просто быть в потоке этого движения, в потоке рисования, и что рядом с тобой в этот момент может кто-то идти, кому это интересно. Даже просто тем, что смотрит видео. Так что это приятненько, оказывается, рисовать на камеру. А еще знаете, что я заметила? Что я чувствую ответственность перед холстами. Ну, то есть, типа, будто он живой, этот холст, и он хочет быть использован под какую-то красивую, законченную картину. И я не имею права его изуродовать и сделать некрасивым. Потому что его предназначение – нести красоту, а я его испорчу. Вот такая вот теория. О жизни холста. Подписывайтесь, чтобы еще больше узнать о жизни холста. В следующий раз поговорим о кисточках, о коварных кисточках, которые любят наводить свои порядки. Попробовать сделать тень. Главное, чтобы не получилось, как в случае с лимоном. Посмотрите, там пришлось ее убирать. Я думаю, я покажу еще завтра при дневном свете, чтобы оно посмотреть, как она смотрится.